14 декабря состоялось очередное 28-е заседание Совета городского округа Вуктыл, в котором приняли участие 13 депутатов, представители администрации, 2 депутата Государственного совета Республики Коми и другие приглашенные лица. Елена Станислав, ИО начальника финансового управления администрации городского округа Вуктыл, озвучила основные характеристики бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Так доходы составят чуть более 558 миллионов рублей, расходы – 565 миллионов, а дефицит бюджета останется на прежнем уровне – 7 миллионов рублей. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет 2017 года. Затем были озвучены основные характеристики бюджета городского округа Вуктыл на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Общий объем дохода в сумме 523 миллиона 862 тысячи 740 рублей. Общий объем расхода в сумме 531 миллион 679 тысяч 639 рублей. Дефицит в сумме 7 миллионов 816 тысяч 899 рублей. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского округа Вуктыл на 2019 год и на 2020 год. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 416 миллионов 214 тысяч 136 рублей и на 2020 год в сумме 420 миллионов 373 тысячи 285 рублей. Общий объем расходов на 2019 год в сумме 419 миллионов 113 тысяч 440 рублей и на 2020 год в сумме 421 миллион 273 тысячи 289 рублей. Дефицит на 2019 год в сумме 2 миллиона 899 тысяч 304 рубля и на 2020 год в сумме 900 тысяч 4 рубля. Проект данного бюджета был рассмотрен на публичных слушаниях, по итогам которых принято решение рекомендовать депутатам округа рассмотреть и принять данный вариант бюджета. Олег Любименко, депутат Совета городского округа Вуктыл и председатель бюджетной комиссии, высказал свою точку зрения. Бюджет слабый, несбалансирован. Это мое мнение. Принимать его все равно надо для продолжения работы для администрации, чтобы они могли выполнять свои функции. К сожалению, мы все знаем, когда здесь рассматривали бюджет, что не заложены у нас и зарплаты на 10 месяцев, да, и до конца содержания не дорог. Ну, программы по минимуму сделаны. Но, надеюсь, Виктор Николаевич посмотрит, да, как в республике обратят внимание на это, и возможно будет дополнительная дотация. Большинством голосов бюджет был утвержден. Далее депутаты утвердили положение о порядке использования официального символа муниципального образования городского округа Вуктыл, которое будет направлено в геральдическую палату для проверки на соответствие. Сам официальный символ еще не утвержден. Внесли изменения в решение об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества ГО Вуктыл на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов. Теперь в нем 5 объектов, планируемый доход от приватизации которых должен превысить 2 миллиона рублей. О внесении изменений в решение Совета об утверждении формы расчета величины годовой арендной платы за пользование объектами собственности городского округа Вуктыл и коэффициентов территориально-экономических зон для расчета арендной платы за использование нежилых помещений, находящихся в собственности ГО «Вуктыл», рассказала Надежда Гилева. Установлена арендная плата за 1 квадратный метр в год с 1 января 2018 года, индексируется, исходя из уровня инфляции, не превышающего, соответственно, 4%. Декабрь 2018 к декабрю 2017 года. Затем депутаты признали утратившим силу решение Совета городского поселения Вуктыл и внесли изменения в ранее принятое решение об утверждении перечня объектов государственного имущества Республики Коми, передаваемого в собственность ГО «Вуктыл». Завершили очередное заседание выборы заместителя председателя Совета городского округа. Большинством голосов депутатов на эту должность был избран Валерий Власюк.